Приветствую всех на моем канале. Решил я вернуться в Imperial Destroyer. Стоит немного. В общем, на максимальной сложности буду играть за Речь Посполитую. Нужно сделать Речь Посполитую самым авторитетным государством в мире. И начинаем. Так. На нулях порядок. Порядки навести в городах. Вообще минус. Так, прибыли маловато. Так, надо строить. Улучшать строение. Так. Не понял, что там. Нанять никого нельзя еще. А, только по следующей постройке. Так, ну бегите сюда. Чего здесь еще можно? Ну, это построить все. Так, изучаем, значит. 22 хода надо. А так 16 ходов. Хорошо. Так, наблюдайте за шведами. Здесь тоже наблюдайте. Обсервую. Так. Так, с кем бы так поторговать? О, Британия. Противники нет. Так, поторгуем. Кем еще? Крымское ханство не хочет ни с кем обычно. Начать предложить мир. Технологий нет. Не хотят. Если вот так не хотят. Я просто право прохода дам. Есть. Нет манат. Так, гетманатом союз. Крымские татары будете торговать? Логи нет вам предложить. Так, торгуем. Маловато, но все-таки. Так, кто тут еще? Австрия. И с Австрией союз. Так. Так, найти. Флаги я, наверное, поменяю потом. Они мне не такие, как в интернете объясняли. Ладно, конец первого хода. Ну, то у индейцев. Так, военный союз Британии. Ну да, конечно.
Руссией. Налоги тоже не могу дать. И по Руси сразу войну объявляет. А я теряю всех союзников. Почти всех. Силезия, Трансильвания. Они так странно сразу войну объявляют. Так, сейчас, где тут вот. Готовить ще до вальки. Ага. Тем с тем. Слабовато все. Здесь и войск нормальных нет. Здесь даже нанять нельзя. Ну что, только два можно нанять сразу. Так, понятно. В общем, порасторгали там. Ладно, пусть расторгают договора. Стороны смогу. Так, здесь пока мир. Русами, сюда. За крула и ойчизне. Подкрепление. Ваша достойность. Да, пушки у меня есть. Какие рассказы, пане? Тут одна пушка. А тут нет пушки. Жаль. Дальше идем. Oczekuję na dalsze rozcienia. Так, ну здесь, конечно же, проиграю.
Значит, активные военные действия с Пруссией пока будут. А Швеция потом. Венеция с Турцией воюют. Так. Пане. Jesteśmy gotowi. Я пока возле Варшавы побуду. Дальше. Так, ну генерала всех брать не надо с собой. Так, это мир. Вперед. Так. Войск много. Я не посмотрел настройки, игровой процесс. Ага. Бесконечные. Все. Не обязательно по часам воевать.
Ну, давайте, давайте. А, здесь крепость. Так. Здесь по-другому и не получится, только обстреливая сбоку. Конница, в случае чего, прикроет артиллеристов подальше. А пехота пусть готовится. Это копейщики вообще. Так, давай сюда. А копейщики будут отвлекать на себя, значит, огонь. Что ж, начнем. Не понял. Они еще двигаться могут. А, и забыл это. В пиратах. Блин, мортиры. Отступаем, отступаем. Так, а вы привлекайте к себе внимание. Конница быстро. Эти пушки уничтожить надо. Огонь туда. Они стреляют вообще. Так, а что это как-то? Порядок. Давайте мортирщиков этих порубим. Нормально, так. Ладно, давайте здесь уже стрелять. Смотри, как достают. Так, раз, раз, два, три. Так. Хорошо.
Уходим. Восемьсот, ясно. Да, отвлекаем. Мартиры. Ничего, всех перебью на стене. Стреляете ли? Ага, пошло. Так, заряжайте, заряжайтесь. Да, я ж сюда целился. Ладно. Копейщики на себя огонь отвлекают. Мартир. Стреляйте пока сюда. Все, уже нельзя. Хорошо, ждем. Ждем, ждем. Очень быстрее так.
Так, может быстрее. Перезарядка, выстрел, перезарядка, выстрел. Так, подкрепление все, зашли уже в город, в крепость в смысле. Перелет. Продолжаем. Стрелять. Собрались в одной куче, как раз хорошо стрелять по ним. Так, ладно. Все, перезарядка закончилась. Огонь. Ну. Вот да, вы стреляете. Ладно, пусть мы пока постоят, подождут. Ничего, подождем.
Хорошо. А я как поставил количество солдат от ванильной 1.75. Ванильное количество максимальное 160, то здесь 280. Не, 108, то есть максимальное какое там? Куда? Максимальное 160, а я сделал 280. Чуть-чуть бы в два раза уже не... Ну, просто их сильно много при 120. Еще нельзя начинать штурм. Кто здесь выходит? Так, еще не зарядились. Сколько сразу. Да, но все равно их еще много. Еще бегут. Перезарядились. Здесь почти полный батальон. Так, ладно.
Огонь. Буду бомбить, да пока всех не разбомблю. Здесь войска лучше. О, конница. Пошла огонь. Где моя конница? Защитить. Защитить. Прятались уже, да? Огонь сюда. Артиллерию выводят. Хорошо. Жаль, пушки здесь сломать нельзя. Много этого еще мне не хватало. Вперед. Что это, артиллеристы пошли в атаку. Это еще с кем застряли тут, что ли? Ну, стреляйте. Так, а ну как получится вас разбить? Ладно, сами разберетесь. Ты не стреляешь.
еще подожду. Неубиваемые, что ли? Конница, отойди. Стоять. А, они не это. Еще же не остановились. Здесь же нельзя, если пушки не стоят в боевом положении, так толку никакого от сражения. Да. Сюда лучше. Ну, стреляете. Идут и все. Непонятно. Так, хорошо. Куда идут артиллеристы? Пены знают, куда они идут. Ну и что здесь? Остановили только, да и все. Ну пусть постоят. Так. Больше ничего. Бегут. Бегите. Что здесь? Ничего. Так, подкрепления идут опять. Аж перебил. Кого-то там было пушки здесь. Почему они здесь? Пока подкрепления не перестанут идти, я своих не поведу в атаку.
Продолжаем. Мажем, ну ладно. Мало уже, но... Можно вас подвести. Так, как вас так? Вперед. А, так они отходят. Стоять, значит, на месте. Так. Мало, мало, мало. А, это этих много. Интересно. Раз, два, три, четыре, пять. Не, не получилось. Не, стреляет. Близко поставил пушки. Понятно, не получилось. Ну, стреляем, не? Не хочет. Так, ладно, может здесь попробуем. То вверх, то вниз. И придумают, куда бежать. На огонь сюда. Попали. Так, надо бы уже начинать подходить потихоньку.
Ладно, ладно. Там мало, но здесь еще много. А, вот они бегут как раз. Боевой дух слабоват. Ладно. Так, сколько тут один? Тут вас почти что нет уже. А вот это они подходим, подходим, все равно. Вперед. Так, давай вот сюда. Или сюда вас надо было послать. Да, сюда. Порядок. Этих подвел, ладно.
Стоп. Вперед. Мне нужны ворота. Стоп. Вперед. Блин, закрылись уже. Вперед. Опять закрылись. Что же это такое? Кинерымот сюда залезть? Нет. Не мод с копьями лазить. Это ворота такие. То открываются, то закрываются. Вперед. Стоп, это. Они прошли там. Где мой генерал погиб? А. Ладно, погиб так погиб. Так, сюда поможем. Что же это такое? Наверх. Наверх. Да они там стреляют еще. Давай сюда. Так, как его? О! То, что надо. Копейщики, давай. Давай сюда. Прорывайтесь сквозь. Блин, по своим еще попаду. Все. Давай в сторону стреляй. Не, так вы не надо. Отступают.
сюда. Огонь. Стреляйте. Что это такое в самом деле? Стрелять не хотят. Линий больше нет, значит, все. Где еще один? Конница еще. Все на ту сторону. Но буду сражаться. 81 еще. Пикинеры не могут, блин, на стены лазить. А давайте сюда, пикинеры. Куда-то они побежали. Давай, 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 давай. Давай сюда. Ну, уже ж немного их осталось.
Отойдем. Нет, вот так. Я что сказал? Так, встаньте. Это бред какой-то. Хоть так. Но здесь квадрат уже. Будь их держать. Пока пехота будет стрелять. А, только первый ряд стреляет. Ну, давайте. Огонь. Вот одни мортирщики остались. Подошли поближе. Равно Кенигсберг возьму. Так, отступают, хорошо. Ой. Преследовать. Давайте сюда быстрей. Ворота нужны. И тут конница. Давай сюда. Вернулись. Пусть постоят в каре. Давай сюда, быстро. Она туда стреляет. Пусть стреляет пушка. Ну спустись вниз. Расстреляешь мортирщиков этих. Держать.
держать. Еще конница есть у меня. Поближе. Сейчас еще пикинеры помогут. Не понял, а чё они отступают? Там же ж никто по ним не стрелял. Они же далеко стреляют. Так, добили, хорошо. Так, давайте под стены все, под стены. У вас тут есть один человек, тут 12, а мы их 146 и никак не могут победить. Блин, больше них нет мушкетеров. Добивайте уже. Этот один еще и стреляя. Вот же ж. Че ж мои эти отступают, непонятно. Ладно, две конницы, думаю, справятся с мортирщиками. 4, 3. Все. Захвачено. Все. Дурацкое сражение, но победил. Так. Хорошо, ну кто тут больше набил? Полупушки набили, ну да, конечно. 3, 4 тысячи только пушки набили. Здесь недовольство какое. Отремонтировать это. Тебя добить можно? Ух ты, тут еще армия. Да, генерал погиб. Потом разберемся. На этом конец первой серии.